холодную и уже снежную погоду солнечные цвета будут согревать всех, кто возвращается домой, шутят жители дома на Хасановской. Такое оформление фасада выбрали сами, все согласовали с подрядчиком. И теперь 17-й дом самый красивый в этом микрорайоне. Нина Шишкина живет здесь с момента постройки, более 30 лет. Рассказывает, раньше холода были испытанием на прочность, тонкие стены от стужи не спасали. Теперь, когда фасад капитально отремонтировали, наступающей зимы можно не бояться. Стены были ледяные, сейчас намного теплее, теплые-притеплые. Мы довольны таким ремонтом. По плану дом на Хасановской должны были отремонтировать только в следующем году, но на радость жителям сроки передвинулись. Капремонт фасада здесь сделали за 2 месяца, на это потратили почти 7 миллионов рублей. В подъездах установили новые окна, заменили парапет на кровле, утеплили цоколи, стены. Все по отработанной технологии, которая помогает не только с комфортом пережить холода, но и сэкономить как минимум на энергоресурсах. Если говорить об утеплителе, то там пенопласт или минерал-ватная плита по своей эффективности заменяет там стену толщиной в метр. Да, как, то есть, ну, большая экономия там, материалов – это тоже большой плюс. За качеством работ пристально следили все службы, ход ремонта контролировали и жители. О том, что при решении проблем в сфере ЖКХ необходимо активно сотрудничать с собственниками, в своем послании говорил губернатор Николай Меркушкин. Вместе с районными советами они должны контролировать всю программу капремонта в области. Программу капремонта мы делаем на народные деньги. И не вправе игнорировать мнение людей, американцев здесь очень-очень много. И еще нам надо, чтобы на объектах максимально работали самарские строители. Это не только возможность поддержать строительные организации, это и возможность спросить с них по итогам. Инженер технадзора здесь регулярно выезжал раз в неделю, раз в 2 недели. Постоянно следил за ходом проведения работ, за скрытыми работами, которые в процессе ремонта фасада у нас постоянно нужно проверять. Качество хорошее, и жильцы довольны, управляющие компании, и сотрудники фонда тоже неоднократно приезжали. Все довольны. Гарантию на проделанные работы подрядчик дает 5 лет. Всего в этом году в Самаре капитально отремонтируют 500 домов. В своей очереди в 2017-м в городе ждут более 1000 жилых строений. Алина Чемерис, Артем Сулайманов. События.